Мадонна выступит на Евровидении за миллион долларов. За свою 15-минутную концертную программу в финале Евровидения певица получит гонорар 1 миллион долларов. Американская поп-певица Мадонна выступит на песенном конкурсе Евровидения в Тель-Авиве за 1 миллион долларов, сообщает портал Yonet со ссылкой на источники. Отмечается, что такой гонорар 60-летней артистке заплатит израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс. На такой шаг он решился после переговоров с израильской корпорацией телерадиовещания ИПБК, которая предложила ему стать партнером конкурса. Украину могут оштрафовать за отказ от Евровидения. Как известно, 64-й краткий конкурс Евровидения пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Певица Мэрив стала победительницей конкурса за право представлять Украину на Евровидении 2019. Однако организаторы национального отбора отказались утвердить ее победу из-за гастролей в России. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.